Россия будет бороться с неграмотностью населения. Кремль озаботился растущим геометрической прогрессией числом необразованных граждан и предложил создать специальную ассоциацию учителей русского языка и литературы. В нее войдут 250 преподавателей-филологов со всей страны. Учителям предстоит преодолеть колоссальную работу. Главной задачей структуры станет разработка методики, которая поможет повысить уровень преподавания великого и могучего русского языка и литературы. Также они будут разбирать насущие вопросы и проблемы обучения и заниматься повышением уровня квалификации самих преподавателей. В Кремле уверены, что с появлением такой ассоциации неграмотных россиян в стране значительно станет меньше. Причем чиновники уверяют, что несмотря на то, что эта инициатива принадлежит им, в создании ассоциации нет никакой политики.